Так, всем привет. Начинаем жеребьевку турнира. Быстренько проведем ее, потому что кое-кто не смог. Она назначил время на полночь по моему времени. Ну да ладно. То есть, насколько я вижу, никто не возжелал приобрести себе проход во второй тур, кроме одного человека, поэтому будем исходить из того, что есть. Так, вам все видно? Поехали. Go next. Добавляем подготовленный список. Так, проверяем. Все у нас нейтральные игроки имеют рейтинг 1. Кто не покупал. Здесь только валенка стоит цифра 2, чтобы он выпал на фрислот. Все. Так, ладно. 16 человек. Поехали. Лучшее худшего. То есть начинаем. Окей. Жеребьевка готова. Получается, у нас валенок получает фрислот. Тхе получает тоже фрислот. Но на этот фрислот будет действовать поздняя регистрация. Возможно, кто-то еще зарегается. Здесь уже точно нет. Значит, смотрим Falcon Айве. Ну, как раз питерские пацаны сразу разберутся между собой и отсеются. Амстер Санин. Лизард Стингер. Дарк Амилу. Рейдин Израиль. Фаертускай Хеллай. Сибирские пацаны тоже решили сразу между собой разобраться. Ну, в принципе... Как-то так. То есть, всем удачи. Соответственно, сейчас быстренько выложу на форум. Ну и дальше уже разбирайтесь.